Библейский портал экзегет.ру представляет. В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговор о Евангелии от Луки и поговорим сейчас о 22 главе. Собственно, с 22 главы начинается то, что принято называть рассказом о страстях и воскресении. Весьма вероятно, что это была наиболее рано записанная часть Евангелия в силу того, как была устроена жизнь ранних христианских общин в первые годы по воскресению Христовым. Некоторый, по возможности, подробный рассказ об этих событиях был очень нужен множеству христиан, и поэтому весьма вероятно, что он был записан рано, и все три автора первых Евангелий, Марк, и Лука, и Матфей, пользуются в качестве источника примерно одним и тем же вариантом этого рассказа. Собственно, вероятнее всего, поэтому так похоже их повествование именно в этой части. Ну и вот 22 глава содержит в себе в первую очередь рассказ о Тайной вечере, рассказ о пасхальной трапезе, которую Господь совершает со своими учениками перед своим арестом. По существовавшей тогда традиции в Иерусалиме, где на Пасху собиралось очень много людей, а подходящих помещений было мало, люди, пришедшие в Иерусалим на Пасху, чаще всего праздновали, совершали пасхальную трапезу не тогда, когда положено по закону. В тот год это должна была быть пятница, 14-е Нисана, или по нашему счету времени 5 апреля 30-го года. А за день или за два даже дня раньше это называлось обычно Галилейская Пасха. Обусловлено это было, повторяю, главным образом нехваткой подходящих помещений, буквально одни за другими группы, общины, семьи приходили в такие комнаты и совершали пасхальную трапезу, поскольку по закону и по обычаю эта трапеза должна была совершаться в стенах Иерусалима. И вот в одном из домов знакомых, вероятно, тайных учеников Господа Иисуса, по преданию это был дом Марии, матери Евангелиста Иоанна, дом, на который указал Иисусу и его ученикам некто знакомый таким, знаете, полуконспиративным образом. Вот в этом доме ученики приготовили Пасху, и была совершена пасхальная трапеза. На сегодняшний день, собственно, самое существенное – это что именно Иисус делает на этой трапезе, что именно Он говорит Своим ученикам. Потому что, видите, Господь говорит: «делайте так в память обо Мне». Он довольно серьезным образом модифицирует обычай, модифицирует обряд. Это было тоже довольно естественно, потому что, по крайней мере, крупные известные учителя, раввины оставляли в память о себе, своим ученикам, такие изменения именно в пасхальном обряде. Они означали, что мы делаем это не так, как принято, а так, как нас научил наш учитель, вот в память о нем. Поэтому, повторяю, для учеников не было таким уж неожиданным то, что Господь меняет то, что происходит в пасхальной трапезе. Гораздо важнее было то, что именно Он делает. Пасхальная трапеза по самой своей природе устроена как воспоминание ее участников о спасении, о том, что сделал Бог, чтобы вернуть нас к жизни, о том, как Он вывел нас рукою крепкую, мышцу простертую из Египта, из дома рабства. И благодарность Богу за это избавление, за это спасение. Потому что
не всегда достаточно, и даже, наверное, всегда недостаточно, просто вспомнить о действиях Божьих, о событиях, которые произошли, потому что Бог пришел избавить людей. Мы принимаем этот дар, он становится частью и смыслом нашей жизни, именно, ну, как с любым даром Божьим, тогда, когда мы за него благодарим. Пасхальная трапеза для Иисуса и его учеников – это не просто вспомнить, что когда-то Бог избавил нас, наш народ от неизбежной гибели, но поблагодарить его за то, что из-за этого его спасительного действия и мы тоже живы, мы тоже существуем на этой земле. Понимаете, вот эта благодарность, собственно, и придает смысл всей этой пасхальной трапезе. И когда Господь говорит: «Делайте это в память обо мне, сие творите в мое воспоминание», в очень большой степени это относится именно к такой благодарности Богу. И далее, что тоже также важно, обычай пасхальный предполагает, что мы разделяем между собой хлеб и вино, простую пищу, как дар Божий, тоже с благодарностью. Пища, собственно, это то, что поддерживает человеческую жизнь, и без сомнения она является даром Божьим. И вот пасхальный обычай предполагал, что и чаша, и хлеб поднимаются. Мы благодарим Бога за этот дар, за то, что через эту пищу Он дарит нам нашу жизнь, и принимаем именно как подарок, именно как подарок. И вот во времена Господа Иисуса было принято отделять часть хлеба для того, чтобы обозначить присутствие Мессии, присутствие Христа Спасителя. Соответственно, в этот момент трапезы Господь говорит своим ученикам: вот этот хлеб уже не просто знак присутствия будущего Мессии. Это я сам, это я, который отдает себя вам в пищу. Господь говорит: этот хлеб, хлеб благодарности, хлеб завета, который вы принимаете как дар жизни, это я сам. И давая им чашу, говорит: это Новый Завет в моей крови, которая проливается за вас. Видите, вся последующая история христианства и история каждого христианина так или иначе вращается вокруг этого момента, потому что здесь Иисус действительно отдает нам себя в пищу. Мы так привыкли к этому, что даже, в общем, не даем себе труда изумиться, какая это удивительная и непостижимая вообще идея, как ему могло прийти в голову стать нашим хлебом, стать нашей пищей. Но по мере того, как мы обретаем опыт встречи с Иисусом в этом хлебе и в этом вине, в его теле и его крови, убеждаемся, что это действительно удивительная совершенно по своей полноте встреча с Богом. Это важная очень вещь. Господь говорит своим ученикам: делайте это, потому что вы помните обо мне, потому что вы мои ученики. Собственно говоря, видите, если мы внимательно прочитаем Евангелие, мы увидим, что новыми по сравнению с Ветхим Заветом являются лишь всего две заповеди, и обе звучат на последней трапезе. Первая заповедь – «любите друг друга, как я возлюбил вас», и вторая – «сие творите в мое воспоминание». Все остальное либо наследуется из Ветхого Завета, либо является общечеловеческими ценностями, либо, в конце концов, постигается здравым смыслом. Но вот эти два повеления – «любите друг друга» и «разделяйте друг с другом мое тело в трапезе благодарения» – это то, что делает нас действительно христианами, действительно его учениками и общиной его учеников. Теперь
заканчивая рассказ о Тайной Вечере, евангелист Лука вспоминает слова, которые Господь говорит ученикам: «Я завещаю вам Царство Бога», которое заключается, собственно, в том, чтобы вы ели и пили в трапезе моей, за трапезой моей в Царстве моем. Видите, по свидетельству евангелиста Луки, то, что происходит всегда, когда мы собираемся на Тайную Вечерю, всегда, когда мы участвуем в этом благодарении Бога и принимаем хлеб и вино, ставшие его телом и кровью, это и есть его трапеза в его царстве. Его трапеза в его царстве. И это тоже потрясающий, на самом деле, подарок, потому что в большинстве случаев мы думаем по привычке, что сейчас все плохо, потом когда-нибудь мы умрем, и, может быть, при соблюдении каких-то условий, неясных, но очень трудных, окажемся в царстве. Но своим ученикам говорит Господь: когда вы едите и пьете за трапезой моей, вот это царство внутри вас, вот это царство присутствует в вас, и вы являетесь его гражданами, его частью. Это совершенно удивительно, потому что нам дается возможность, ничего не дожидаясь, уже сейчас войти в это Царство Божье и жить полнотой Божьей любви. Это великий и совершенно драгоценный дар Божий. И дальше евангелист, как и другие, как и Марк, и Матфей, евангелист Лука рассказывает о событиях, которые происходят после Тайной Вечери, о том, что Господь идет вместе с учениками в Гефсиманский сад, и здесь некоторые из учеников становятся свидетелями его молитвы, когда он говорит Отцу Небесному: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Пугающий момент, о котором обычно очень трудно думать, ну, просто потому, что страшно. Просто потому, что Иисус единственный, кто может победить зло, грех, тупость и жестокость жизни, мира. Единственный, кто может победить смерть, и он выбирает вот этот путь креста, он выбирает волю Отца. И когда он говорит Отцу Небесному: если возможно, доминует меня чаша сия, а потом пусть будет не моя воля, но твоя, видно, понятно, что каким-то образом есть воля Божья в том, чтобы эта чудовищная казнь произошла. И это очень трудно понимаемая вещь. Это может быть, знаете, то, что труднее всего людям в Боге понять, почему это происходит. Даже, может быть, это вообще невозможно понять. Можно только, знаете, у подножия креста сердцем как-то почувствовать в этом правду Божью. И ученики, которые видят и слышат эту молитву, конечно, оказываются совершенно не в состоянии это вынести, настолько, что они просто засыпают, как это бывает часто с людьми в чрезвычайно тяжелых, почти невыносимых обстоятельствах. Засыпают и падают на землю. И вот дальше, здесь в 22 главе, евангелист Лука рассказывает об аресте, о том, что Иуда вместе со стражей пришли в Гефсиманский сад. И, собственно говоря, знаете, не столь может быть существенно слова и выражения, которые евангелист выбирает для рассказа об этих фактах, сколько сами факты, то, что вот это происходит. Невозможное. Когда Иисус начал говорить однажды своим ученикам о том, что он будет арестован, неправедно судим и казнен, Петр возмутился и сказал: этого не может быть, да не будет этого с тобою. Но вот это происходит, это все-таки происходит. И в тот момент, когда лично
Иисус, сам Иисус становится объектом всей концентрированной, безликой и бессмысленной злобности мира, да, вот он не уклоняется. Он не уклоняется. Может быть, видите, это рассказ о том, что, столкнувшись с нашей смертью, с нашей гибелью, с нашим страданием, Бог не уклоняется от участия в этом, но, как принято говорить у христиан, разделяет с нами ту смерть, которая суждена каждому из нас, для того, чтобы и в ней мы не были одиноки. Вот поэтому так драгоценен этот очень простой рассказ, где Лука говорит, что вот пришли, вот Иуда, вот он его выдал, вот его арестовывают, вот его ведут к первосвященнику. Теперь, когда стража привела Господа Иисуса сначала к первосвященнику, бывшему первосвященнику Ханану, потом первосвященнику Каиафе, мы видим здесь апостола Петра, который находится рядом, который идет за всей этой толпой вооруженных людей, ведущих Иисуса. И мы видим, как оказывается шокирующим, даже для него, хорошо знакомого с Иисусом, шокирующим оказывается именно то, что Бог принял на себя это страдание. Бог, который не обязан был этого делать, Бог, который мог избежать этого, мог, потому что Петр много раз видел бесчисленные чудеса и воскрешение мертвых, и хождение по водам, и самые разные, и преображения, и тем не менее он видит, что Иисус отдает себя в руки этих сначала стражников, потом судей и потом палачей. И вот все евангелисты вслед за Марком, который, по-видимому, слышал рассказ об этом от самого Петра, свидетельствует о том, что для Петра это оказалось абсолютно непостижимой ситуацией, когда ему говорят, что вот ты, наверное, тоже из людей, которые следовали за этим человеком, говорит, я его не знаю. Я не знаю, что это за человек. Дело не только в том, что там Петром двигал инстинкт самосохранения, он опасался, что его тоже сейчас арестуют. Трудно сказать, так ли в самом деле это было. Вполне может быть, что и нет. Но вот, видите, для того, кто составлял страстной рассказ, принципиально важно было подчеркнуть для слушателей, а потом для читателей, что Господь один в этот момент. Господь один. Вот то спасение, которое Бог совершает через Иисуса, тот факт, что Бог в нем и вместе с ним, через него, непостижимым образом становится участником человеческого страдания, человеческой смерти, это происходит через него, не через там, какую-то организацию или множество людей, которые здесь вокруг существуют, он оказывается один. И даже самые близкие к нему люди, его друзья, его ученики, которые знают его прекрасно, оказываются не в состоянии по этому пути пройти. Это действительно нечто уникальное, что может сделать только Бог и больше никто. Вот, собственно, наверное, поэтому так важен рассказ об отречении Петра. И кроме этого, конечно, само собой разумеется, что потом евангелисты свидетельствуют, что даже в этом случае Иисус принимает Петра кающегося, принимает Петра раскаявшегося, так же, как он принимает и разбойника на кресте.